Его было немножко омрачено, но в целом... От 6 11-классников до 100 учеников в 8 классах. В этом году лицей Преамурского государственного университета имени Шалом Алейхима отпраздновал свое десятилетие. О преимуществах учебы рассказал в эфире авторадио «Биробиджан» директор лицея ПГУ имени Шалом Алейхима Юлия Штепа. Наш лицей – это для нашей области такое уникальное образовательное учреждение. Ну, во-первых, это наши кадры, да, наши педагоги, которые, ну, практически все являются преподавателями вуза, это сотрудники кафедр, это доценты, кандидаты наук, а кроме того, это завкафедрами, и даже деканы у нас работают в лицее с нашими школьниками. Еще одно преимущество обучения в лицее – постепенное вовлечение в студенчество. Лицеисты наравне со студентами вуза участвуют в межфакультетских соревнованиях, научных конференциях и прочих мероприятиях, где добиваются успехов. Также ученики лицея могут получить приглашение на традиционный ежегодный ректорский прием, где награждаются лучшие студенты, хорошо проявившие себя в течение учебного года. Мы видим в наших детях будущих студентов, студентов нашего вуза, студентов других вузов. И мы понимаем, каким должен быть этот студент. Да? То есть он должен уметь, да, слушать лекцию, он должен уметь составить конспект и так далее. И мы постепенно вот это все нашим детям прививаем. Они умеют учиться парами к окончанию лицея, да, что тоже немаловажно. Подробную информацию о поступлении в лицей Преамурского государственного университета имени Шалом Алейхима можно найти на официальном сайте университета, а полную запись эфира на авторадио «Биробиджан» смотрите на сайте riabir.ru. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Новости 21.